Всем привет! Сегодня типа крещение. Короче, приехали только что уже. Я с работы Алина в школе. Она там попала, не знаю, что там, уроки там, да. Блядь, стихи рассказывала. Не то, что ты. Вот-вот тут. Вот. Ай, звоню купаться. Ну ща такой будет. Доброе утро. Как адреналинчик сейчас? Сейчас будет искривление лиц. А что будет? Не, ну знаешь, какое волнение есть. Это вот раздеваться, знаешь, пола и окунаться в эту ледяную воду. Ну то нормально. Я хочу походить по льду. Да я походить, ты же клин так. Уже вкусно лучше сейчас стало. Ну, ощущение, конечно, прикольное, но сводит жестко. Отвечаю, я когда зашел, я нырнул, меня сводит, елки-палки, я добежал быстренько до этого. Ну что, до этой беседочки бегом оделся, ты шо, я думал, отвечаю, что я там кучу оставлю. Сейчас сидим уже дома, отогреваемся. Да? Посвящаем строки, пиарим на районе, дарим пацанам особенным, чтобы доносилось с геликом из опелей. Дарим всем. Мы любители самых зарисованных стен. Этот трек на репите даже у моей тёщи. Прыгай мне на ручки, звени как колокольчик. Ла-ла-ла. Поломала пол голова, как булава. Балаган, полагаю, по домам всем пора. Уже ходит трамвай и не ходит трава. Внимание, общественный транспорт. Я вроде бы на пати грибов, где нету пространства. Походу дома у кого-то не было у спайса. Девочка, не прижимайся. Уступай место беременным девушкам. Помогай бабушкам и дедушкам. Никогда не бей того, кто слабей. Эй, спортсмен, будь добрей. Базару нет. Далеко не важно, минимал или поп. Если ты бро, то добро. По-любому порок или рэп, если ты ровный тип, я подарю тебе респект. Базару нет. Ну что такого, если меня любит, доносить до кого. Мы напишем с ней треки, будем петь для всех. Ну шо, парни, круто. Нет.